Всем привет! Сегодня у нас с вами пятый онлайн-урок. Сегодня же мы с вами выйдем в онлайн-связь. Я надеюсь, что вы не забыли про онлайн-связь. Все установили себе Zoom. Мы сегодня будем с вами отрабатывать комбинацию. В принципе, я не уверен, что даже будем что-то учить новое. И обязательно вспомним старые комбинации. Как вы видите, я сегодня не один. Мне помогает Сергей Медведев. Здрасте! Он стесняется, да? Но пришел все-таки мне помочь, да, он заскучал дома, как и вы все, наверное, тоже заскучали. Сегодня мы с вами, как обычно, начнем с разминочки и перейдем плавненько на наши комбинации. Thank you.
сел и дышу. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Справа, слева, направо. Итак, вот мы с вами разогрелись. Огромное спасибо, Сереж, тебе за помощь. Я хотел бы дать 5, но не сегодня, Сергей. Подождем немножко. Я смотрю, что многие из вас так и не привыкли к камере, потому что максимум 50% мне прислали только видео. Остальные что там дома под подушкой снимают видео. Немножко не понимаю, что от всех абсолютно видео. Ну, я сегодня, надеюсь, вас увижу на нашей Zoom-конференции. Отлично, как и говорил, мы сейчас с вами полностью от начала пройдем нашу новую комбинацию. Поэтому давайте сейчас медленно, Сережка не поможет, да? Сережка, кстати, выучил комбинацию, не все идеально, но выучил, да? 5, 6, 7, 8. Раз. И 2. Я напомню, да, у нас тут пальчики буковка О, мы сидим крест-кросс, да? Это у нас еще 2. Дальше продолжаем. 3. Потянулись за правое плечо. И 4. Сердечко у нас, локти не висят, колени согнуты, тянемся за правым локтем. Далее. 5. И волна ручками вниз. 6 выросли. 7 приставили. И 8. Локоть у нас на колене. Смотрите, стопа сокращенная. 1. И 2. Пальчики открыли. Глазки широко открыли. И круг головой. 3. И на 4 мы двигаем вперед. 4. Дальше сложное движение, мы никуда не падаем, да, Сергей? Дальше. Круг. 5. И 6. Округлили спинку. Коленочки вместе у нас, да? Дальше. 7. Посмотрели на ручку. И 8. Обратили внимание на то, как мы работали с Сергеем, потому что стопы, да? Если не обратили, перемотали назад. Дальше. 1. И 2. Одна на животе рука, вторая на груди. Делаем круг диафрагмы руками. 3, 4. 5. Взяли гитару. Поехали играть. И 6. 7. Потянулись. И удар по локтю. 8. 1, 2. Крутим шею. 3, 4. И потянулись. Ножку оторвали от пола. Волна, пальчики, 5, 6, волна, 7, с руками, 8, зафиксировать, молодцы, далее, 1, 2, локти у нас прижаты к себе, бедра подняты вперед, далее отпрыгиваем назад на левую ногу, 3, выпрыгиваем вперед, и диафрагма у нас открыта, 4, округлили спинку, давай, остановись. Далее. 5. И сложный момент. 6. И 7. И 8.
Раз. И две ножки сразу. Два. Левое плечо к зеркалу. Да? Дальше. Поворот стоп. Три и четыре. Потянули за левой ногой. Перепрыгнули. Пять. И ножки собрали. Шесть. Опускаемся вниз. Семь. Нога. И восемь. Ставим на локти, смотрим вперед. Да? Далее. Раз. И поднимаем левую ногу. Два. Три. И вперед потянулись. Четыре. Дальше очень сложный момент. Пять. Локти не висят. Крутим руками от локтя. И за руками смотрим. Шесть. Поворот вокруг себя с диафрагмой руками. Семь и восемь. Дальше. Смена направления рук и поднимаем левую ногу. Раз. И вперед шагаем. Два. Ногу накрест, руки накрест. Три. Корпус немножко назад. И перепрыгнули. Четыре. Пять. И шесть. Семь. И вперед прыгнули. Восемь. Молодцы. Повторим еще раз. Продолжаем с самого начала. Пять. Сережка, как и все, должны следить за весом корпуса. Держитесь. Если у нас есть пауза, нужно держать, фиксироваться, да? Регулируйте колено. Поэтому я говорю, всегда сидим на согнутом колене. Готов? Да. Поехали. Пять. Шесть, семь, восемь. Раз. И два. Три. И четыре. Корпус за правой рукой, локоть подними. Пять. И шесть. Семь. И восемь. Раз. И два. Голова. Три. И четыре. Пять. И шесть. Молодцы. Семь и восемь. Раз и два. Круг. Три, четыре. Пять и шесть. Семь и толкнули. Раз, два. Крутим. Шесть, шесть. Потянулись. Волна, волна. Диафрагма, диафрагма. Раз и приставили. Отпрыгнули. Бум, бум. Поворот. Стоим, стоим. Перепрыгиваем. О, о, потянули. Повернули. Воу, воу. Шаг, шаг. Спрыгнули. Бум, бум, а. Бум, бум, о. Вниз, красиво. Бум, бум. Сели, руки, руки. А. Встали, выпрыгнули, собрались. О, посмотрели влево. Теперь за кистями. Опа! Поворот. С диафрагмой. Поднимаем ногу. И бум. Шаг вперед. Забрали. Вперед. Перепрыгнули. Руки давали. Бум, бум. Па. Бум, бум. Вперед. Умнички. Супер. Итак, два раза мы повторили. Считал я. А теперь мы посчитаем вместе с вами и вместе с Сергеем. Сергей готов? Да. Третий раз танцуем. И попробуем медленно, но под музыку. Готов, Сергей? Да. Пять, шесть, семь, восемь. Раз. И два. Три. И четыре. Пять. И шесть. Семь. И восемь. Раз. И два. Три. И четыре. Пять. И шесть. Семь. И восемь. Раз и два, три, четыре, пять и шесть, семь и восемь. Раз, два, три и четыре, и пять и шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, и семь и восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и
Молодцы. А ты что, пробуй под музыку себе. Нажимайте на паузу и повторяйте, да. Сейчас мы с вами выучим одну новую восьминожку. Она будет очень просто, но достаточно динамическая. Поэтому очень внимательно слушаем, запоминаем счет и успеваем. И успеваем, не успели, повторяем. Мы с вами закончили на счет 8. Выпрыгнули вперед. Дальше спрыгиваем на две ножки, садимся в колено. А! Счет раз. Дальше работаем пяткой и правой рукой. И два. Дальше опять-таки правая нога, левая рука. И три. Спасибо, еще раз, пожалуйста. 7, 8. Раз, пятка и рука. И 2. Левая, правая нога, левая рука. И 3. Еще раз. 5, 6, 7, 8. Раз. И 2.
и три, и четыре. Хорошо, еще раз, пожалуйста, каждый счет разбираем отдельно. Семь, восемь, раз. Ноги шире, чуть шире ширины плеч, сидим в коленях, пальчиками уп. Растягиваем. Дальше. Бедро, пятка, колено и рука. О! Два. И три. И четыре. Еще раз, пожалуйста, повторим. Пять, шесть, семь, восемь. Раз. И два. И три. И четыре. Хорошо, молодцы. Давайте еще медленнее. Я чувствую, что не успеваете. Семь, восемь. Раз. И пяточку хорошо. Два. И три. И четыре. Молодцы. Посчитали со мной вслух. Пять, шесть, семь, восемь. Раз. И два. И три. И четыре. Молодцы, замечательно. Верю в вас. Не расслабляемся. Пять, шесть, семь, восемь. Раз. И два. И три. И четыре. Отлично. Еще раз идем дальше. Пять, шесть, семь, восемь. Раз. И два. И три. И четыре. Хочу обратить ваше внимание, что у нас постоянный тач. Постоянный тач. Отлично. Закончили с вами на счет 4. Теперь делаем все то же самое левой ногой и левой рукой. 5 и сзади 6 и стоп. Еще раз повторили счет на 5, 3, 4. 5 и 6 и. Отлично. Еще раз. 7, 3, 4. 5 и 6 и. Молодцы. Хорошо. Соедини, пожалуйста, до этого счета. Счет 8, 7, 8. Раз, и два, и три, и четыре. Не спешим. Пять, и шесть, и... Хорошо, молодцы. Еще раз, пожалуйста. Сергей, ты устал? Нет. Ты, Сергей, не устал, он сильный у нас. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре. Пять, и шесть, и... Стоп. Стоп, хорошо. Соединим с вами с предпоследней восьмерочки. А закончили мы с вами? На чем, Сергей, мы закончили? Предпоследняя восьмерочка у нас закончилась. Молодец. А закончилась у нас после поворота. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть. Семь и восемь. Раз и два. И три, и четыре, пять, и шесть, и... Молодцы! Еще раз в предпоследней восьмерке. После поворота у нас левая нога впереди. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть, и... Молодцы! Замечательно! Еще раз, Сергей? Да. Молодец. Посчитали вслух, стали после поворота. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть, и... Молодцы! Станцуем один раз сначала, Сергей? Давайте. Попробуем. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть. Семь и пауза. Подышали. Семь, восемь. Раз и два,
три, четыре, пять и шесть, семь и пауза. Раз, два, три и четыре, и пять и шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть и семь, пауза. И раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь, пауза. Молодцы. Подышали? Продолжаем. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Новая часть. Раз и два, и три, и четыре, пять и шесть, и... Хорошо. Передохнем. Попили водички, возвращаемся. Отлично, попили водичку и вернулись к нам, да, Сергей? А мы сейчас продолжим дальше. Хочу обратить внимание, что в этом... Восьмерки в новую, у нас идет каждый счет, у нас сплошная синкопа, после каждого счета идет счет И. Там будет очень быстро, да? Давай начнем с последней восьмерки. Семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Отлично, дальше учим, Сергей? Да. Отлично. Семь, и восемь. Ну, практически сделать, надо обязательно ногу подержать, да, сделать. И восемь. Отлично, давай еще раз, Сергей, еще там очень. Семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Молодец, Сергей, молодец. Пять, шесть, семь, восемь. Раз. И два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Давай обратим внимание, что как бы двумя руками хлопаем, да? Одна на левой рука на колене, вторая на стопе. Потом держим колено, делаем круг, и назад. Отлично, давай последние четыре счета разберем. Мы пришли, пять. Точнее, четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Отлично. Еще раз, Сергей, счета четыре, и пять, и шесть, и семь, круг, и восемь. Молодец, Сереж. Соединим всю восьмерку, да? Медленно, не спеша. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Умничка. Еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Молодцы. Соединяем две восьмерки? Да, конечно. Отлично. На чем мы закончили сегодня? На вот этом. Правильно. Что было перед этим? Перед этим? Поворот. Молодец. Окей, продолжим. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Новая часть. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Отлично. Еще раз. Две восьмерочки, последние. Ставки закончили после поворота. Левая нога впереди. Не спешим. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Раз, и два, и три.
Кончину занятия с самого начала. Соберитесь. Последний раз танцуем. 5, 6, 7, 8. Раз и два. 3 и 4. 5 и 6, 7 и 8. Раз и два. 3 и 4. 5 и 6, 7 и 8. Раз и два. 3 и 4. 5 и 6, 7 и 8. Раз, два, 3, 4. И 5 и 6, 7 и 8. Раз и два. 3 и 4. 5 и 6, 7 и 8. Раз и два. 3 и 4. 5 и 6, 7 и 8. Раз и два. 3 и 4. 5 и 6, 7 и 8. Раз и два. 3 и 4. 5 и 6, 7 и 8. Раз и два. И 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8. Ну что, Сергей, тебе понравилось сегодняшнее занятие? Очень. Да. Я искренне благодарен Сереге. И очень жду вас всех, наконец-то, после окончания нашего карантина, на занятии, полный сил, здоровья и желания двигаться вперед. Ну и как окончание нашего занятия, Сереж. Целую, люблю, обнимаю. Бай-бай. Раз, два, три, четыре.